Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео не будет токарки. Вот Ильшат Сайфуллин спрашивал, покажи, как ты отверстие делал в кулачках. Ну, здесь не бог весть, что можно и в сверлильном станке. Но я делал так. Оставлял один кулачок, зажимал подходящий материал. В моем случае это на 30. И после этого сверлил и уже нарезал резьбу. Вот видите? Ну, сейчас немножко белое отверстие, потому что этот другой я зажимал, более такой проточенный. Не кругляк, а ровненький со всех сторон. Вот ответ на вопрос подписчика. Или не подписчика, но зрителя точно. Если еще не подписчик, обязательно подпишитесь. А сейчас, так как мой канал является моим видеодневником по токарке, я посмотрю, какие резцы мне исполнили по заявке, привезли сегодня. Ну, в общем, снимаю видео о том, какие мне привезли резцы. Сразу резьбовые Т15К6. Дело. И расточные Т5К10. Расточные для глухих отверстий. ВК-8. Раз. Проходной отогнутый. Два. Проходной отогнутый Т5К10. Проходной прямой упорный ВК-8. Раз. Два. Три. Так, это отогнутый. О! Привезли левые резцы Т5К10. Это хорошо. Так, значит, по 5 привезли проходных отогнутых. Так, это Т5К10, проходные прямые упорные. Это все они. Так, это все они. 8. Так, это Т15К6. Проходной упорный. Будет тоже тут. Это
115К6, 3. И ВК8 сюда. Ага, нормально. Т5К10. И левый. Так, я заказывал. Остальное все отрезные. Вот еще один резец. ВК8. И Т5К10, Т5К10. Что, все, что ли? Т5К10. Выборочно. Т5К10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 20 отрезных. Так, ну, не привезли резьбовые внутренние левые. Так, ну и резьбовые не привезли. Наружные я вообще их не заказывал. Ну вот такой подгон от коммерческого отдела. Весьма даже недурно. Сейчас вот такой резец я заправлю. Да, высота резцов 25. В данном случае 24, но существуют прокладки или подкладки, не знаю. Но существуют и прокладки, и подкладки. Вот такое вот дело. А я вас всех поздравляю с 75-летием Великой Победы. Желаю всем вам приятных выходных, всем вам здоровья, до свидания, всем удачи.